Всем привет! Этот автомобиль человек купил себе. Повреждения небольшие. Он купил все необходимые детали и привез машину ко мне. Итак, машина у меня в мастерской. Владелец уже установил целые детали на машину. Основные повреждения здесь. Ну что, начинаю ремонт. Сначала разбираю передок. Итак, передок разобран. Делаю первые измерения. Размеры все разные, но правая сторона повреждена совсем немного. Я подровняю правую сторону и потом, используя размеры правой стороны, подшаманю левую сторону. Давайте начнем. Правая сторона сделана, теперь левая сторона.
Отлично. Работы с металлом закончены. Устанавливаю детали переда. Моя работа с этой машиной закончена. На эту работу ушло 15 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть новые видео. Пока!